Конкурс учителей и воспитателей в рамках проекта «Школа Росатома» – большое событие для многих педагогов. Весной Наталья Гурина проходила стажировку в рамках проекта, и это сподвигло ее на участие в конкурсе. Для учителя школы номер 13 конкурс – хороший повод не только испытать свои силы, но и получить вдохновение, заряд и новые знания для своей деятельности, обменяться опытом с другими педагогами. Коллеги все большие молодцы, все справились с этим заданием. Каждый представил свою работу в этом конкурсе – и поделились опытом, нашли какие-то точки соприкосновения, нашли ошибки у друг друга, поправили, дали советы. Надеемся, на следующие задания будут такие же интересные. Муниципальный этап конкурса учителей и воспитателей в рамках проекта «Школа Росатома» прошел в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Саров не первый год становится площадкой для события. В конкурсе участвовали как учителя школ, так и воспитатели детских садов. Участникам предстояло в течение часа выполнить два задания. Первое задание было групповым. Конкурсанты из числа учителей обсуждали идеи образовательных событий. Второе задание педагоги выполняли индивидуально. Им нужно было создать короткие селфи-видео о своих конкурсных программах. Целью конкурса становится поддержка педагогов, трансляция эффективного педагогического опыта и развитие кадрового потенциала воспитателей и учителей нашего города. Участники муниципального этапа получили два задания. Первое из них групповое, второе индивидуальное. По результатам выполнения этих заданий они запишут видеосообщение, которое отправят организаторам и жюри конкурса и будут ждать результатов. Мы желаем победы нашим участницам. Финалисты конкурса будут известны в начале ноября. Из числа финалистов по результатам очного конкурса определятся победители, которые получат денежные вознаграждения и стажировку в лучших школах и детских садах России. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.